Всем доброго времени суток. Как меня слышно? Игру надо сделать потише. Точно, точно, точно. Пока я вспомнил. И попутно я тыкну продолжить. Сегодня мы будем продолжать проходить Бога войны. Часа полтора-два. Полтора-два часа где-то. Покатаем и прервемся. А возможно потом сегодня же продолжим. А может и нет. Прикольно говорю, да? Продолжим, а может быть и нет. Что ж, погнали. Я же правильно помню, что я сейчас... Совсем недавно мы охотились только на оленей. Да. И с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю. Да, здорово быть сильным. Че? Да, ух ты, блин. Игра, мне кажется, слишком громковата. Ну, или нет. О, нет, нормально. Мне кажется, я слишком громковат. Вот так вот примерно сделал. Ну-ка, попутно я вот так вот сражаюсь якобы с кем-то, да? Это делаю. И говорю. Отлично. Отличненько. И можно прям смело сейчас идти в бой. Застрял. Может, тут поблизости найдется другой кристалл? Вот так, он. Давай, чувачок. А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Грубо! Что тебе там нравится? Этому кристаллу, но он все равно светится. Ага. Значит, потом пригодится где-то, да? Понял. Привет, игровой канал Руслана. А почему я монах? Я не понял, если честно. Да не топор кинуть туда надо, а? Стрельнуть этим. Отлично. Почему монах? Прости, не могу. Ох, блин. Как монах Шаолиня? Ну окей. Не совсем понял, ведь не опять я не понял, ну да ладно. Предположим, это так и будет. Я вроде и в жизни не похож на монаха Шаолиня. И в игре тут Кратос как бы, ну, не особо, как по мне, монах Шаолиня. Ах ты, блин. Ах ты, блин. Лысенький. Ах ты. Нет? Ха-ха. Прикольно. А, нет, что все? Да блин. Что так больно-то стреляет?
Ладно, пофиг. А, то есть я лысенький, да, как бы вот эта волосня вся, это лысенький. Ну, окей, я понял. Тут... А, ну я ж тупой. Тут же это... Как бы они ж ледяные были. А я ледяным топором сражался. Ну да, как бы. Нелогично. Так, за сколько у меня опыта? 780. Я просто помню, что тут же это у меня всякие были вот эти штуки, которые можно получать. А, они стоят относительно дорого. Понял. Я с этой стороны смогу? Не смогу, да? А. У меня шкварно выгляжу. Блин. Я брошу тебя тут. Я бросаю тебя тут, все, отдыхаем. Лежим, отдыхаем. Эх, дожикась. Килка. Да какого черта? Не, ладно, сейчас нормально все. Начну нормально, продолжу. Я немножко в комбинации спутался, если честно. Ну окей, почему у меня камера туда идет, наверх? Да, это интересно. И как? Нет, все равно? Да ёп. Вот это, да. Чуть-чуть не так я сделал. Что-то хп мало у меня. Так, ладно. Делаю по-другому. Что камера вверх задирается? Мне вот это интересно. Тут кого-то, который приколюхает, то ли что. Так, он один остался, да? Стреляем, окей. Так. Почему я не заблокировал этот удар? Какой раз уже? Третий раз уже. Сколько время? 19:20 надо немножко время засечь, чтобы не профилонить. Тут лишнего. Вот так. Так, тебя добьем быстренько. Вот этого мы как сделаем? Вот этих вызываем.
Блин. Нет. И сейчас он взрывается, убивает меня, да? Так. А, дай-ка пока кину эту штуку. Че, не? Ок. Три символа отсюда надо. Где-то увидеть, да? Или нет? На. На. Так, три символа. Вижу ли я хотя бы один? Слушайте. А чё-то я не вижу ни одного. Не, серьезно. Раньше я хотя бы один видел всегда. Допустим, один увижу, второй вижу потом. Он такой, блин, где третий, где третий, где третий? Такой, окей, третьего не вижу. Ладно, погнала дальше. Сейчас вообще ни одного не вижу. Запечатанный сундук. Внутри что-то хорошее. Но, блин. Надо как-то опустить этот мост. Наверняка по нему мы выйдем отсюда. Еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Прикольно. Один пронзает его копьем? Что это? Где? О, символ. Символ раз. Когда он слишком далековато отсюда находится. Ну, оттуда точнее. Символ. И уже их как-то и не искал. Окей, буду внимательный. Ну, точнее, режим внимательности активирован. Так, мост, да? Тут штуки мешаются или нет? Да, или нет. Теперь он застрял с другой стороны. Вот эти штуки, они как? Нормально. Мне никогда не надоест взрывать штуки. Кошмары! Ты, блин. Еще чуть-чуть. Я готов. Тихо, 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 тихо. Так, второй символ. Вот сейчас немножко обидно, наверное, не увидеть третий символ. Потому что есть такой вариант, что, возможно, он чуть-чуть подальше где-то. А я такой, не увидев тут где-то. Такой, ну, блин, ладно, уже пофиг. Типа, не буду я смотреть. Так, вот это. Всякое тут надо добежать. Вот этой штуки. Повернуться немножко. Ну, наверное, так думаю. Ну? Сын, давай. Сюда. Читаем на. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Ну...
Окей. Какая-то отметинка. Я чтобы хотя бы сын немножко мне сказал как-то. Так, а зачем? Нет, тихо. Тут что-то, ага. Оказалось, я такой сначала. Ёп. Прикольно. Мне нужен топор. 3. Все. 3 нашел. Сундук, ты мой. Изи. Изи сундук оказался. Куча драгоценностей, я такой, ну, возьму одно. Ох ты. Максимальное здоровье увеличено. Excellent. Так, мне кажется, я уже пропустил таких сундучка штуки 2. Наверное, мы почти на вершине. Само собой, не только увеличение запаса здоровья я пропустил. Там, скорее всего, пропустил и увеличение ярости этой. Давай. Свет. Смотри, вершина. Мы совсем рядом. Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги. Ух ты. Ну, следы оставляем? Да, какие-то следы есть. Прикольно. Я рядом. Погнали. Так, дожик. Откуда? Вот отсюда. Тихо. Знаете что? Давайте ярость. Погнали кромсать. Давно ярости не было. Иди сюда. Что скажешь? Лучше. Отлично. Вроде красиво, вроде как бы задымлено так, что не видно далеко чего-то. Ну, вроде прикольно, а вроде как бы такая мыльность, чутка.
Давай на самый верх. Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил его. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, ты повсюду. Так и будет, правда? Прикольно. Выемки как будто прям под меня делали тут. Прям под руки. Показалось. А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А. А ты кто? Я... величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Тихо. Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже... 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли. Как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме. В стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Беврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии... В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это...
это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Хорошая тактика. Так. Сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Йотунхейм! Мы отправимся в Йотунхейм! Мы найдем затерянный мир великанов. Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Хм. Прикольно. Шли-шли-шли на гору, а тут говорят, ой, а не это самая высокая гора, вы что? Сундучочек. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Такс. Ну, я могу сюда, да? Ничего себе! Это, наверное, ветвь мирового древа. Сын, не сходи с пути! Да, да, помню. С ума сойти! К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил! Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змея. Он, наверное, последний в своем роде. Своих? Я понимаю семью. Для меня и мама. Откуда ты родом? Кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял. Окей. Вообще ничего не рассказал ему, значит. Спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб. Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Слава, я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? М? Ну показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Там не отощал? Да нет. Хорошо. Так лучше. Раз ударил, все готово. Ну и что вам еще надо?
Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряп. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку? Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит. Так, больше нету. Я уже устал. Нету ресурсов. Я просто серебра... Короче, серебра надо дофига. Просто хотелось на меня полюбоваться. Ну, типа того, чувак, да. Типа того. Не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Нет, мне в Мидгарде надо же. Так. Сперва найдем лодку. Надо будет это потом алхимика, правда, этого найти. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Где статуя Тора? А, вот это. Чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфу? Нет. И все? Тут только одна штучка, а все? Статуя Тора. За статую Тор. То есть, где меня плыть надо? Тут? Пещера ведьмы. Да, видимо, тут. Потом приплыть надо будет и потом по земле добраться. Видимо, нет. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Долго плыть. Подождите-ка. Там же сейчас же... Да еб... Куча относительно мест. Где я был и где были вот такие вот... Вода убыла. Тупики. Да, я помню. А, понял. Я мог и сюда, да, получается? Я знаю, ведьма многое умеет, но сможет ли оживить голову? Она вроде искусна в своем ремесле, и терять нам нечего. А если не получится, мы голову себе оставим? Нет, но можешь скормить ее рыбу. Ладно. Нет. Отлично. Блин, взрывается, что, чё я? Этого я сорвёт!
Ведьма, давай. Что берешься? Давай, ведьма. Все? Минус ведьма? Ни ведьма, ни колдунья ко мне явилась в дом. Не в пору полнолуния, кстати говоря, а вечным ясным днем. Вообще, типа на обычном рассвете... О, не, она. Похоже на выход. Че я такое красивенькое? То есть я буквально сейчас научился переходить туда? Что ли? Мир огня можно. Назад, Аси. Похоже, богам тут не рады. Вон она! Надеюсь, она нас помнит. Ах, опять тут красотень вот началась. Привет, Чарли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышал в голове. Чарли. Приготовься. Ай. Где сзади? Отлично. Ах. Где враг? Все? Что написано? Ладно. Смерть богу воронов, повелитель висельников. Так, пока в дом, пока в дом. Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть. Я знал, что ты жива. Привет. Ой, а ты можешь оживить голову? Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро. Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай. Да, я понял. Если найду, уничтожу. Че не так-то? Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался?
Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили, я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи, давай посмотрим. Ну, к счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир, слышишь? Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрейя? Ты что, богиня Фрейя? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Да. Сын, мы уходим. Но... Живо. Спасибо сказать. Не за что. Вот-вот. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгард – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Забавно, забавно. Так, а сколько я играю? Ой, меньше часа. Нет, говори о Бальдере. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдер неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдер неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? И если я верно помню, это связано с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Мимир? А, ну как-то, не знаю, мне кажется, это слишком было быстро принято решение такое. Мимир, мы на озере. Хорошо, причаль у моста. Где он, там? Видимо, там. Голова, как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Ага, ага. Мальчик тут. Хорошо, дай мне подуть в рог.
Как... Хотел спросить, как голова дует в рог? А с другой стороны, как голова разговаривает? Напора-то нет такого, как бы, легких и так далее. Зачем он это делает? Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. На. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. Не будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет. Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Парни, все в порядке, он меня помнит. Он же то спрашивает, да? Соболезнует вам и поможет. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. А, он подумал, что вы друзья Одина. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке трезво. Спасибо, змей. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статуи. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Окей. Вот чем мне, допустим, в этой игре нравится, что попутно так идет, как бы, сюжет, что чуваки, надо добраться, короче, в другой мир. Окей. Чувак расскажет, как. Чувак не может идти, надо трубить ему голову, но ведьма должна оживить. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решай. Вот. Дальше нужно найти ведьму, она оживит голову. Я сначала думал, кстати говоря, что сейчас придем к ведьме, ведьма скажет: так, чуваки, оживить голову, это вам надо то-то добыть. Оказалось, у нее все есть, так что такое, окей, странно. Ну ладно. Как попасть к крестцу? Нам туда, к статуям гребцов, а потом между ними. Так, вот это что? Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. Так, немножко я отклонюсь от...
цели. Что-то тут блестяшка какая-то. Ёб. Ладно, еще несколько раз попробую. Нет, нет. Я живой. В смысле? Значит, это все? Окей, как я сказал, что один раз попробую, и все. Сейчас попробую один раз. Не получилось как-то. Значит, окей. Так, а куда тут путь-то? А, Фафнир всегда хотел узнать, что с ним стало. Стой, Фафнир? Который из склада Фафнира? Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон. Забавно все вышло, да? Он закован. Ну что, поищем связующий алтарь и освободим беднягу? Да, парни? Так, окей. Тебя сразу мы убили. А, я понял, первого уровня чуваки, типа, тут они и так. Да? Давай, вот так вот. Хили чутка. Давай. Разбили твою защиту и нафиг. Умри, взорвись. Есть еще кто-то? Ну как? Ладно. Я разломал или что? Или эту штуку еще можно? Как твой друг стал драконом? Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как маны, так и асы. Так зачем вызволять? Брат, поверь, недавно освобожден. Никто не заслуживает такой участи. Даже алчный гном-дракон. Да. Так, сундук я вижу. Можно? Можно. Так, ну, тут как бы уже... Ну, друзья бы не... По типу. Видимо, нет. Он так не считает. Да, блин. Так, не, серьезно, а где остальные-то? Я понял, что еще два. Вот на чём, да? Да. Ты не ответил на вопрос, голова. Как этот гном стал драконом? А. Точно не знаю, но, по-моему, это связано с его привычкой красть магические артефакты. Наверное, стащил что-нибудь не у той богини Ванов. Сын, сюда. Что написано? Новая метка. Всё. Слабенько.
Так, давай-ка... Давай-ка, дракончик, еще одну мы найдем. Тебя спасем. Я не понимаю, почему он меня бьет. Так, с этого вот он, я вышел. Да? Как туда мне зайти? Я пока не пойму, как мне туда зайти. Вижу. Мне кажется, то, что делает пацан, это тоже как бы сложненько. Запрыгнуть на ботяню. На нем висеть и... Так же. Лазить. Можно этих выжить. Уйти. Да я прием делал, какого черта? Конечно. Что ты делаешь? Брат, нет. Он умеет делать вот так вот теперь. Я понял. Нет! 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 Так, он того добьем. Добили. Отлично. Да я не видел, что он делает. Да ешь, ты не... Да блин, в бок, в какой... Какой назад уворачиваться от прямой атаки мечом? Да... Готов ты. Стреляй давай, раз готов. Давай. Вот, и осталось у него сколько сейчас? Два деления всего лишь, да? Давай. Я не вижу, что он там делает. Этого как? Нафиг. Издалека давай его. Оу. Что с этим делать? Ох ты, блин. Конечно, давайте. Еще вот этот простецкий меня убьет сейчас. Это будет просто шикарно прям. Все? Думаешь, он тебя вспомнит? Не знаю. После нашей встречи многое изменилось. Тогда я был с ногами. Ох ты, блин. На. Так, я все разрушил? Вроде все разрушил, получается. Так,
Так, ну они не такие сложные. Да плохо, хор, да пом. О, блин, три атаки. Три атаки. Да что же ты? Да нет, не такой смысл. Да куда я накатился? Спартанец, спартанец. Полководец Спарты был. А, крутой полководец. Да блин, нет, не-не-не-не, обратно. Вот. И что? Крутой полководец Спарты, там Арес его все там наставлял, грубо говоря. Типа, чувак, иди в бой, там, воюй и так далее. И потом Арес, опять-таки, могу скукоженно, не, может, неполноценно. Короче, Арес его предает. Кратос возвращается домой, типа, все после войны. Смотрит, а там вражина дома, и начинает его разрывать направо и налево. А потом пелена с глаз уходит, а он жену и дочку вроде бы, или сына, я забыл уже, разорвал на части. Он такой, ага, понял, что это Арес ему. Не, победите, я их попозже вернусь, буду побеждать, когда подкачаюсь чутка. Сейчас, во время диалога, не буду говорить. Знаешь что, я попозже расскажу. Вот. Гульвейк, ты слишком рано покинула этот мир. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвейк зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки растроблены. Умоляю тебя, собери Гульвейк воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу. Магия Гульвейк не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали три кости, милый Гульвейк, и разбросали их по озеру. Угу. Кость надо. Принеси мне ее кости. Гульвейк вознаградит тебя. Вот, сейчас договорю пока. Быстренько. Про сюжетку. И потом ты такой начинаешь мстить Аресу, убиваешь Ареса, становишься сам богом войны. И потом постепенно, в общем, очень скукожно опять-таки рассказываю как-то. Начинаешь мстить всем греческим богам и убиваешь всех греческих богов. А в этой же части, как бы, так скажем, это не то чтобы перезапуск вселенной, но тут скандинавские боги. И ты особо-то их не убиваешь направо-налево, ты такой уже более чувак в старости, такой, типа, ну... Это представь, не знаю, как я смотрел Росомаху, молодой Росомаха и старый Росомаха, блин, ну, разные вещи. Требовательная игра, игра не особо требовательная, PS4 надо и все. Я просто вот у друга взял поиграть. Я просто вот что. Так, нормально. Я просто себе, если думал, не знаю уже как. Как год, наверное. Думаю, видюху купить, обновить, потому что у меня видюха 1050 обычная. Вот. Ах ты, блин. А тут как-то я и правда подумал, ну мне друг все говорит, типа, да блин, нафига тебе видюха, купи Соньку. Я такой недавно и подумал, я правда, а почему бы мне Соньку не взять? Да блин, что я так сливаюсь, скажи мне. Блин, не успел заблокировать. Слушай, я сейчас пытался блокировать, ну, в плане отразить удар, и очень-очень тупо я почти слился.
Я попробую. Смогу? Подхилиться. О, отлично. Я просто подумал, а почему и правда пятерку не взять Соньку? Ну, когда появится в свободной продаже. Потому что с пятеркой сейчас... Ух ты, разорвать. С пятеркой сейчас раздают 20 игр в комплекте. Даже в комплекте, имею в виду. Там, если в курсе вот это есть PS Plus. Типа сервис, который ты раз в месяц проплачиваешь, ну, либо сразу на 12 месяцев. И если взять по скидке, а скидка часто, на год сразу это будет 200 или 2300. В чем ее прелесть этой подписки? В том, что раз в месяц раздаются 3 игры. Одна игра какая-то прям хорошая. Ну и 2 игры там уже как повезет. Да блин, что я не блокирую, что-то я вообще прям... Вот, и сейчас сделали, покупаешь Соньку пятую. Покупаешь эту подписочку. И тебе дают 20 игр. Причем не ширпотреб какой-то, а качество. Бог войны, допустим, тот же самый. Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Поглядывать по сторонам? Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Вот. Так, а вообще уже 7 минут, так надо прям сейчас и завершать бы. Ну-ка, сейчас попробую доплыть до куда-нибудь. До куда-нибудь. Как ты сказал, криво. Я, с другой стороны, может на лодке прекратить. Сейчас завершить в плане. Зарезец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Интригует. Так, сейчас высаживаюсь на берег и завершаю. Может быть, через часа 3 вернусь. Он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Текс. Блин, надо будет чуть пораньше начинать. Северный причал. Такс. Окей, мальчик, жди. Тут я сохранюсь и завершусь. Жди команду, окей. В общем, часа через 3, если я не усну, я вернусь, нажму чуть пораньше, если все пойдет по плану. Спасибо, кто заходил. Ох, как я хармакею, классно. Ну, не классно, в плане. Всем спасибо, кто заходил. И что? Всем удачи, до скорых встреч.